sit back, relax, and enjoy. It is Concert Night! La 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 la, все будет хорошо. La 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 la, куда бы ты ни шел. Направо трудный бой, налево мир пустой. Но будь самим собой, и все будет хорошо. С вами то на пляже, то в столовой, то где-то еще в каких-то, прости господи, местах, в каких-то трусах, нечесанные, не умытые, наконец-то все красивые, отдохнувшие, загоревшие. Я тоже привел себя в порядок. Безумно рад вас всех сегодня видеть. Полная посадка. Меня безумно это радует как артиста. Я думаю, и тех, кто меня сегодня пригласил, тоже.
рад, безумно рад. Мы действительно где-то находимся между Римом и Москвой. Средиземное море, Турция, прекрасная страна. Все время гостеприимная. Так хочется сюда приезжать и приезжать. И, конечно, мы заслужили право и на отдых, и на любовь, и на высокооплачиваемый труд. И, конечно, сегодня я хочу, чтобы у нас веселились абсолютно все. Даже вот такие вот кролики, даже вот такие вот маленькие. У меня даже появилась идея, когда я тебе увидел сегодня, малыш, привет. Ну что же, тогда начинаем, конечно, самое время спеть хорошую песню для хороших людей, в хорошей компании, в шикарном отеле, в хорошую погоду. Так называется, хорошая песня. И мир один, и мы играем как назло. Роли главные, но в чужом кино. Яркие краски, эти запаски легко. Ребята, девчонки, смеются так громко, желают знать и подпевать. И никогда не прощаться, везде успеть и вместе спеть хорошие песни, веселые танцы. С музыкой просит остаться, и время уже давно за 12, и нам пора. Спасибо, друзья. Спасибо. У нас вчера была такая запара, потому что мы пытались успеть до полуфинала, успели. Сегодня мы никуда не спешим. Я думаю, что все уже все знают примерно, предполагают исход финала. Кстати, а за кого вы болеете?
Аргентина. Причем в том, что не были ни разу, я уверен. А в Германии постоянно ездим, да? И на автомобилях. Да, Deutschland все-таки. Ну хорошо. Вы знаете, я желаю все-таки, чтобы игра Старого и Нового Света была потрясающей, чтобы нам было интересно смотреть, не как вчера, да? Вот, все-таки я за сильнейшего, я за естественный выбор. А вчера меня обвинили в том, что я был только разговаривал на русском языке. Но если бы я разговаривал на всех языках, на которых я знаю, то концерт бы растянулся, ну, по крайней мере, еще на полтора часа. Hey, ladies and gentlemen, I welcome you here in my concert, here in Antalya, Amar Dolce Vita, and I want to hear how many persons are speaking English here. Oh, so many guys, thank you for coming for my concert. I you know, I appreciate that you're here, and I gladly ask you to learn Russian. It's gonna come very, very popular amongst Europe and United States as well. You agree with me, guys? Окей, я просто сказал, что вместо того, чтобы учить английский язык, пускай они учат русский. Ну, правильно? Ну, действительно, ведь Пушкин, Достоевский, Чехов, Менделеев, в конце концов, изучает но только на русском языке периодическую систему элементов. Вернее, не систему, а таблицу. Друзья, это было такое лирическое отступление. Почему? Потому что я хотел бы спросить все-таки, сколько стран сегодня? Уверен, Украина, Белоруссия, Прибалтика, Казахстан, Молдова. Кто еще? Украину сказали, товарищи, одну из первых. Германия, Испания. Guys, where are you from? Austria? Африка. Арктика. В общем, друзья, я что хочу сказать, что следующую песню хочу посвятить всем нашим маленьким городам, в которых мы родились и переехали в большие, где мы зарабатываем, где мы тратим, где мы любим, где мы с детьми возимся. Но иногда, когда-то мы просыпаемся и вспоминаем, как проходило наше детство в маленьком дворе с нашими родителями. Огни большого города. Next song is Big City Lights. Открываю окна просто, я сегодня новый Маяковский. Путанные улицы, дворы. Самого простого прялись мы оторванными дождями, за черными очами. Снова встречаемся к любовке, молчим, не поднимая глаз. Начинаем здесь поля. Ведь мы любим чужие.
открываю окна роста. Я сегодня новый Маяковский. Я хочу, чтобы мы как-то у меня есть уже одна задумка, чтобы мы спели с вами одну очень известную песню вместе, потому как очень-очень я этого хочу, и вы не будете против, я вам обещаю. Ну что же, после того, как самая главная песня про черные очки спета, конечно же, я их снимаю, чтобы всех вас увидеть невооруженным взглядом, и сказать еще раз добрый вечер, друзья. Действительно, довольные, счастливые лица в кругу семьи, а может еще пока и не семьи, но тем не менее все к этому идет. Прекрасная погода, солнце, вода, все нас радует. Все нас радует. Вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что как все любят путешествовать. Куда ни приедешь, везде полный отель, везде русские. Везде мы так любим все иностранное, мы так любим путешествовать, мы откуда-то столько берем денег, что порой думаешь, что их действительно печатают. Вот. Ну, спасибо нашему президенту, что у нас есть такие свободы. А я бы хотел вспомнить о том, что когда-то давно, когда не было самолетов и прочих интернет-скоростей, был только поезд, о котором написала Агата Кристи. Первый, самый дорогой поезд, Восточный экспресс. Дождя на себя.
guys, this is a song inspired from Agatha Christie. Eastern Express. Спасибо огромное, нам очень приятно, что приятно вам, это только-только самое-самое-самое-самое начало. Мы сейчас чуть-чуть, конечно, пошумели, мне нравится этот шум, хочу в связи с этим представить команду, с которой я выступаю уже несколько концертов, уже достаточно долго, и, надеюсь, буду выступать. Вообще это трио, но сегодня они вдвоем. Это такие очень такие наглые, харизматичные, очень четкие такие парни, потому что это барабанщики. Называются они Drumcast. Друзья, хотел, чтобы вы поаплодировали. Камеры можно взять? Вот, отдельно. Да, да, они поскромные очень, кстати, при этом. Вот, если вам вдруг нужно выселить соседей, сверху, снизу, дом какой-то понравился рядом, зовите, они так пошумят, причем так, будет хорошо, а кому-то будет, ой, как не очень. Guys, hi, I was presenting my band here, which is a trio, actually, but now they are duo. They're named Drumcast. And they're very, very good in drums. It's usual. And please applause. Не знаю, просто поставить переводчика сюда. Вот. Сейчас мы не будем шуметь, потому что сейчас очень особенная песня, которую бы я бы хотел посвятить всем тем, кто вместе. Я вижу, что очень многие вместе. Семьи, счастливые семьи, потому что вас окружают красивые и здоровые дети, друзья, любовь. Вот ради чего все мы живем. И раз влюбившись, вы никогда не отпустите ее от себя, если она ваша. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте красивы, будьте любимы. Это песня для тех, кто знает, что такое любовь. This song is called Garden Man, and it's dedicated to true love forever and ever. Garden Man. Я ставлю где-то мокнуть под дождем пробку. И пойду куда не знаю, паутину улиц. И от ветра не спасает теплое пальто. Мне так сложно, я не знаю, что с тобою будет. Быть с тобой. Нежная роза в моих руках. Серьезно, на собственный риск и страх. Срезать откуда нет сила. Такова садовника судьба. Такова садовника судьба. Может, случись, время бросил, что еще сказать? Я влюблённый, невозможно, чтобы мог подумать. Было бы неправильно мне тебя держать.
но и ты сама не хочешь, паутину пулить себя. Быть с тобой. Нежная роза в моих руках, может быть серьезно, на собственный риск и страх. Срезать, покуда не слила, такова садовника судьба. Раздеваемся, чего и вам желаю, тем более скоро ночь и вообще все самое интересное начинается. Скажите, пожалуйста, вы, у меня тут возникла идея, хочу провести эксперимент. Отпустите своих малышей ко мне на сцену. Прекрасно. Я этого и ждал. Только я напоминаю, дети у нас 12+. Так что мамы чуть попозже. Вы хотите? Давайте ко мне. Я вот не совсем понимаю, где у нас лестница, но я хотел бы, чтобы наша охрана пропустила всех тех, кто желает подняться на сцену, а пожелают по опыту многие. Пожалуйста, собирайтесь. Это буквально ненадолго. Ну, давайте так тоже можно. Мы не предусмотрели сегодня этот вариант. Главное, обратно ловите своих малышей. Давайте сюда. Ну что, уважаемые родители, взрослые хлопают. Что вы остаетесь делать? Давайте за мою спину все. О, сколько вас. Видите, сколько, какие у вас родители любвеобильные. Главное, чтобы нам сцены хватило. Так, кто-то может оставаться на языке. Я пока объявляю следующую песню. Вы пока все упаковываетесь. Давайте. Находите себе на место. Дайте мою треногу туда, потому что вы можете на нее пораниться. Что хочу сказать. Вы знаете, у очень многих артистов есть мечта. Какая-то хорошенькая. Так, дайте мне вот этот прибор, он мне очень будет нужен так-то. Так, не 12 лет. Но если хочешь, давай. Только туда, вот, чтобы у тебя было видно. В конец, да? В конец, ну конечно, ты же высокий. Вы тоже хотите? Очень. Потом. Послушайте, значит, что хочу сказать. У многих, очень многих артистов есть... Мечта стать, сделай мне чуть-чуть, есть мечта стать заслуженным артистом, народным артистом. Конечно, это приятно, там пенсия,
бесплатный метрополитен, звание, медали, все отлично. Но у меня другая, знаете, у меня другая мечта. Мне все время снится один и тот же сон. Вот сплю, я вижу, что смотрю новости какие-нибудь, «Россия-24», например, где Владимир Владимирович вещает, обещает, исполняет и в конце своего монолога говорит: «Дорогие россияне, я желаю каждому из нас, я процитирую песню одного известного русского исполнителя Мити Фомина, у нас все будет хорошо! А дети, вы меня поддержите. Давайте руки вверх. Давайте ближе сюда, потому что вам там совсем тесно. Я не думал, что вам будет столько много. Давайте ко мне поближе. Вот! Все будет хорошо. Куда вы пили?
Поаплодируйте маленьким артистам. По-моему, вы можете громче, уважаемые родители взрослые. Вот это я понимаю, да. Послушайте, сейчас еще одна минута. Я понимаю, что многие из вас артистами не станут, потому что нам нужны врачи, космонавты, учителя, это все здорово. Но если вдруг станет кто-то артистом, учу кланяться, учу, потом вас будут спрашивать, кто. Фомин научил. А, тогда вообще вопросов нету. То есть смотрите, все знают, где правая рука у нас? Девчонки, мальчишки, правая рука, совершенно верно. Значит, отводим ее вперед. Потом, вот смотрите на меня, за пахом вот так вот на левое плечо. Вот так, да. И вниз поклонились. Так, опа! Я не видел, получилось? Давайте еще репетируем. Смотрите, вперед рука пошла. Потом, как Надя Бабкина любит, вот так вот. Бабах, запах такой. И потом вниз. Оп! Получилось? Давайте похлопаем нашим юным смельчакам. Ну, теперь разбирайте ясный сад. Только осторожно, здесь очень высоко. Прошу, чтобы это было максимально аккуратно. Неаккуратно не прыгайте. Не прыгайте. Молодцы, ну что могу сказать? Так, где мои три ноги? Так-так-так-так-так-так. Бабушка же с тобой, что ж ты куда сигаешь? Друзья, как настроение? Guys, that was the dedication to Michael Jackson Earth song. This is my interpretation. Интерпретация моей песни песни Земли. Майкл Джексон ушел, надо что-то компенсировать. Вы же понимаете, вселенная, любовь, дети, universe там и так далее. Ну что? Его, конечно, не хватает. Очень не хватает. И буквально был на днях один из незаконных юбилеев, конечно, годовщина его смерти. И великий человек, и человек не от мира сего, сняли. Послушайте, ну что же, лето летом, все, конечно, замечательно, здорово, но ведь я очень уверен, что многие приехали в Сибирь, там, Север, Дальний Восток. Любите зиму? Do you like winter, guys? This is snow song. It's called Over Winter Time. Перезимуем! Посвящается нашим зимним Олимпийским играм, нашей победе, нашим спортсменам. Ну привет, как дела, скажу я просто. Там парни шортер на полный рост. Кто ответит тебе на твои вопросы?
и надо и зарабатывать. Ничего не стало, молитва не Бога. У любви давно одна дорога. И обними скучная бесконечно. И что тебе выбирать? All alone, я напеваю. All alone, я точно знаю. All alone, я твоя старь. И быстрее, маршрут проложен. Ты же знаешь, что город ждать не может. Кто расскажет тебе про все причины? И надо их понимать. Ничего не сказать, маленький Бог. Убить все равно одна дорога. Яркий миг и скучная бесконечность. И что тебе выбирать? вы думали, мы испугались? Не тут-то было, друзья, спасибо за поддержку! Мы сейчас все-таки допоем песенку, но, понимаете, артисты, которые выступают на таких, не в маленьких клубах, на таких вот стадионоподобных площадках, конечно, не могут похвастаться, как у Анны, нетрепкий голос, но зато у них энергетика не хуже. Сейчас мы допоем песню. А мы перезимуем!
Какая энергетика в зале, какой накал страстей, что даже никакие пробки не выдержали. О чем вы говорите? Все-таки человеческий организм — это уникальное создание, которое терпит вообще все. И любит, и терпит, и стремится, и верит. И, в общем, я хочу сказать вообще спасибо нашему сегодняшнему вечеру, потому что у меня потрясающее настроение. И я думаю, что, я надеюсь, что у вас точно такое же. Благодаря вам, благодаря вашей энергетике, друзья, вы потрясающие сегодня просто. Ну что же, если пришло время петь новокапельно, я вам говорил сегодня о том, что хочется спеть одну песню, которую я редко пою, но наступает время, особенно до майских праздников, после майских праздников, а в преддверии вообще этого юбилея, мне кажется, эту песню надо петь вообще каждый день. Потому что если бы не этот праздник, не было вообще ничего. Я попрошу вас вместе со мной спеть эту песню. Я редко пою чужие песни, потому что у меня полно своих, слава Богу. Но эту песню мне не стыдно петь. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходи. Рассекного сизого орла, про того, чьи письма берегла, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Сейчас с Днем Победы вас! С Днем Победы! Мира, добра и созидания! Потому что если бы не победа, то не было бы ничего. А ничего — это страшно. Будьте счастливы! Ladies and gentlemen, that was Katyusha's song dedicated to our victory. And next year will be the great jubilee of victory of second war for Russia. So this is a very special song for all of us who are in this territory. Ну что же, друзья, подошло время сказать что-нибудь лирическое и что-нибудь для тех, что я сегодня всех упоминал, и взрослых, и детей. Хочется отметить тех, кто пока не влюбился. Иногда люди боятся, иногда делают какие-то барьеры, препятствия. Друзья, не бойтесь. Но вас так, конечно, шандарахнет по башке, когда вы влюбитесь, что вы больше никогда не захотите оставаться вне этого чувства. «Едва дыша» называется следующая песня. И я желаю вам всем безграничной, бездыханной любви, чтобы всегда хотелось надышаться. This song is called «Hard to Breathe». It's the loving person. Marta, привет! Моей и мой научи.
душа. Моя любовь сошла с ума, забудь, не хочу. Едва дыша, дышу едва, живу и не живу. Я все прощу, перетерплю, меняет время роли. Любовь зовет быстрее. Все мои мысли в беготне, а чувство все сильнее. Весна целуется зимой, устали дни гадать. И страх любви моей и мой научи чувства жать. Сошла с ума, забудь и не хочу. Едва дыша, дышу едва, живу и не живу. Весна целуется зимой, устали дни года. И страх любви моей и мой научит чувства ждать. Моя любовь сошла с ума, забудь и не хочу. Едва дыша, дышу едва, живу и не живу. Очень быстро проходит неделя, буквально в воскресенье я уже полечу совсем в другую страну, а потом домой, и вот куда-то уезжаю, думаю, как хорошо, что из дома уехал, никого не видишь, ни своих там, ни соседей, ни собак, ни кошек, ни домработниц, думаю, все, все. А потом проходит несколько дней, думаю, как хочется ко мне. Ой, как же хочется оказаться на собственной кровати, да, в собственных стенах, и все-таки дом — это то, что у всех должно быть, и то, что так иногда притягивает. И где рождается вот это самое, о чем я сегодня весь день верещу, весь вечер пою. Следующая песня называется «Домой», и я вам желаю, когда вы вернетесь домой, safe journey back to home. Позвони маме и попробуй не выспаться.
Я вас прощаю.